Всем привет! Решил утеплить эти двери, в мастерскую подготовить их. Боба! Угомонись! Да тихо ты, ляжь и лежи! Всем привет! Решил утеплить дверцу, просверлю отверстия, бруски приделаю, пенопласт и потом зашью деревом. Сделаю так, потом еще доводчик прицеплю, то есть дверь в мастерскую сразу подготовить. В этот сезон меня уже раздражает вот это железо. Например, заяц сразу так пенопласт прилепил на пену, но это он постоянно отпадал, в общем, смысла не было. Решил сделать уже нормально, как положено. Вот это вот все зашьем, будет уже красиво под общий стиль мастерской. С брусками не морочился, какие нашел, такие буду использовать. То есть все равно они будут спрятаны внутри, то есть в принципе оно мне не принципиально. Так что будем использовать то, что есть. Дорежем кусочки.